Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта». Доброго ранку, шановні слухачі! Знову понеділок і знову в ефірі програма «Наша освіта». І сьогодні ми з вами говоритимемо про систему освіти Польщі. У нас у гостях радник із питань науково-освітньої співпраці Посольства Республіки Польща в Україні Емілія Ясюк. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже приємно. Ми теж дуже раді, що ви завітали на нашу програму. За даними виконавчого директора аналітичного центру СЕДОС Єгора Стадного, кількість українських студентів, які їдуть на навчання за кордон, щороку збільшується. Зокрема, до Польщі торік виїхало на навчання 60 тисяч наших студентів. І ось нас дуже цікавить, пані Емілія, що приваблює наших студентів у Польщі? З якого віку в Польщі діти починають навчання? Ми хочемо поговорити про структуру польської освіти. Да, спасибо за вопрос. Я, може бути, вперше віднесусь просто к тому, к количеству українських студентів в Польщі. Да, ми видим, що количество заінтересованих постійно росте, і це нас дуже радує. Хотя цифры, которые у меня есть по данным издательства и фонда «Перспективы», они чуть-чуть меньше. Студенты, может быть, на высших вузах, да? Так. В высших вузах это достигло порядка 30 тысяч студентов украинских в высших вузах в этом году. Но, может быть, эти данные, которые вы теперь упомянули, это касается всех студентов. Так, может быть, и колледжи. Это тоже, это как раз тоже высшее образование, а, может быть, начальные школы и средние школы. Это, может быть, даже и такая цифра, но подтвердить я не могу. Что касается точно вашего вопроса, научение, обучение, система обучения в Польше начинается уже с возраста 6 лет. Значит, это с 2012-2013 года у нас была программа «Шестилетние дети в школу», и тогда научный возраст детишек понизился. Я только хочу напомнить теперь сперва, что происходит теперь подготовка реформы системы образования в Польше, и этот возраст может поменяться. Могут поменяться разные параметры школ, и начальной, и средней. Так что то, о чем мы будем говорить, это то, что есть на сегодня. Мы не исключаем, что это может поменяться, например, с сентября, но пока еще рано говорить, потому что реформа только, ну, даже не запускается, а готовится. И я, когда уже будут приблизительно ясны все правила новой реформы, я буду готова поговорить об этом в следующий раз. Что касается, да, возраста, мы начинаем с предшколя, или это детский сад. Это последний год детского сада, который, можно сказать, что начинает систему обучения в Польше. Это самые простые занятия, но для детей, которые развиваются, это очень важное время жизни. Потом начинается средняя школа с возраста, да, скажем, 7 лет.
И это продолжается. Начальная школа теперь в Польше продолжается 6 лет. Эти 6 лет разделены на 2 цикла. Первый цикл с детьми занимается педагог, учитель, как будто общего образования, который может вести все занятия, которые предусмотрены в этом первом трехлетнем цикле. А потом начинается после 3 лет следующий цикл, и он разделен на разные предметы, там, польский отдельно, математика отдельно, в том смысле, что все эти предметы уже преподаются разными учителями, специалистами по этим вопросам. И, может быть, если уже мы начали говорить про начало начальной школы, она продолжается 6 лет, значит, с 13 по 16, обычно, да, если идеально пойти, если никто не задержится в каком-то классе. А так это же можливо? Можливо, можливо, но если самые двойки. Залишают на другий рік, так? Думаю, да, залишают. Это было всегда, что есть такая возможность, если кто-то просто не может справиться. И теперь вот с 13 по 16 это средняя, средняя школа, но низшее среднее образование, гимназия. И так. В гимназию ходят тоже все дети, независимо от их планов, независимо от того, будут ли они изучать в университете или не будут, или вообще, если даже не хотят учиться, они вот такое право, конституция, что каждый человек должен обучаться даже не до 16, до 18 лет. И после гимназии трехлетней уже школьники выбирают старшую школу. Старшую школу. Это то, что мы говорим, лицей. Это школа, которая готовит на обучение университет. В университете. А другие есть и профессиональные школы, которые уже обучают конкретной профессии. Так, дякую. А як здійснюється контроль за освітніми закладами і якістю навчання? Да, что касается контроля, он очень важный в том смысле, чтобы не только контролировать расходы, а прежде всего контролировать качество обучения, что является самой главной целью обучения. Это не только просто обучение, а качественное обучение, которое готовит молодых людей к жизни в обществе. Даже, мы скажем, сегодня не только в Польше, да, мы живем в глобальном мире, мы много путешествуем, и мы должны подготовить молодых людей к рынку труда, европейскому рынку труда. И вот эти есть стандарты, которые, я с гордостью могу сказать, очень повысились за последние 10 лет в международных тестах PISA. Мы уже добились очень-очень хороших результатов по сравнению с тем, что было еще в 89-м году, 90-х годах, когда эта система не была реформирована. И
что это и результат контроля, который проводится за обучением в Польше. Впервые нам, надо сказать, есть административный контроль. Освита и образование в Польше, система образования, но не учитывая высших вузов, да, это контролируется Министерством народного образования, освіти, либо Польське Міністерство Едукації Народової. Міністерство має в регіонах, значить, в воєводствах, це єдиниця, адміністративна єдиниця Польщі воєводства, своїх кураторів. І куратори смотрять за тим, ну, грубо говоря, как работают школы. Они могут проводить контроли, они могут писать рекомендации или информировать о том, что работает в данной школе, что не работает, и даже могут смотреть за тем, что не работает в данном регионе, потому что разные регионы, у них есть разные возможности. Некоторые регионы богаче, а некоторые регионы беднее. Вот, кураторий – это одна степень. Потом директорша школы, которая смотрит за тем, чтобы чтобы работали в школе хорошо подготовлены учителя, чтобы они хорошо смотрели за графиком и за программкой, которая тоже очень важна, потому что по программке можно потом вести внешние экзамены. Это есть программка определяет стандарты, которые потом проверяются. И кроме этих профессионалов, которых я упомянула, есть система контроля за качеством. Это внешний экзамен. Когда-то было так, что экзамены велись просто той школой, которая и этот экзамен, которая готовила этих людей, это ясно, что учителя привыкают к ученикам, и если есть тесная связь между учениками и учителями, объективный контроль осложнен. А в нынешней системе есть внешние экзамены, которые проводятся уже людьми, есть всегда внешняя контрольная система этого экзамена. Это независимая какая-то организация, так? Чи это Министерство освіти? Це, во-первых, подготовлено те экзамены, которые готовятся, они готовятся центрально с совсем другими людьми. И они подготовлены экзамены в конвертах, которые запечатаны и открываются только точно в тот час, когда проводится экзамен. Тобто заздалегідь відповіді невідомі учням? Нет. И в интернете их скачать неможливо? Вы знаете, был когда-то какой-то случай, что что-то там протекло, но это как раз всегда, если есть право, есть возможность, что это право не будет респектировано. И это как раз, конечно, может случиться такое, что по каким-то причинам в интернет кто-то скачает этот экзамен, но он тогда уже идет проверка, как это могло случиться, и
если окажется, что определенная группа учеников имела доступ, либо в регионе даже, экзамен надо повторять. Серьезно подходить до экзаменов. А як фінансується освіта? Що в Польщі є безоплатним, а за що слід платити батькам? Значить так, освіта в Польщі, як правило, безплатна, але, звісно, завжди є платні варіанти. Ну, сперва треба поговорити о том, що безплатно. Можна сказати, що безплатно абсолютно все, що касається предшкілля або дитячого саду. Потом начальные школы, средние школы и высшего среднего образования. И тоже вузы тоже бесплатны. Но это зависит от того, какие результаты у данного ученика. Чем выше результаты экзаменов, тем лучше шансы, что она или он попадет в хорошую школу, в хороший класс. Есть, конечно, так как очень большая как будто конкуренция, соревнование между учениками. Не каждый, даже хороший ученик может попасть в ту школу, которую он себе подобрал, и тогда есть платные варианты. Кто платит за школу, извините, есть, что касается детских садов, это как раз исключение, они полностью финансируются территориальными громадами, полностью. Дитячі садочки, так? Повністю, так. Це є єдиний случай, коли міністеріальна субвенція не підходить до фінансування. Що стосується начальної школи, шестилітньої, потім гімназії, трьохлітньої, і там ліцеїв, і професіональних школ, они финансируются двумя, можно сказать, источниками. Первый – это министериальная субвенция, которая составляет, значит, субвенция Министерства Эдукации Народовой, Министерства Народной Освиты или Народного Образования. Эта субвенция составляет большинство финансирования. Но она составляет только часть, и остальная часть финансируется уже территориальными громадами. Вот на этом примере видно, как важна децентрализация вообще административной системы. Не только образования, административной системы государства. Вот это реформа, которая принесла на столь хорошие результаты по международным стандартам. Она могла быть реализирована вот благодаря децентрализации. Потому что если мы посмотрим на определенные школы, это ясно, что территориальным громадам ближе к школам, чем центру. Территориальные громады, повет и гмина, это базовая единица административная, они могут лучше следить за тем, что надо в данной школе. Там лучше тоже провести какой-то контроль. И эта система тоже облегчает работу самому центру. Так что, чтобы ответственность была разделена, финансирование идет двумя источниками.
Так, Україна зараз теж стоїть на порозі таких процесів децентралізації. І що стосується освітніх закладів, ми також проходимо оптимізацію, зараз готуємось до неї. А як у Польщі проходила оптимізація освітніх закладів? Це був длинний процес, який длився, ну, нам вже з 1989 року, коли ми отримали вот цю систему, яка була, вона була подготовлена на закрытый мир. Она была подготовлена на исключительно польский рынок. Во-первых, надо сказать, что там не было хорошей возможности обучать иностранные языки, что теперь очень важно. Нам была поставлена задача, мы всегда стремились в ЕС, чтобы получить больше возможностей и социального общения, и контактов с Европой и с внешним миром. И эта система должна была подчиниться этой цели. И мы, конечно, смотрели за разными примерами систем, которые существовали в определенных странах, и старались подобрать к себе оптимальный вариант. И на самом деле уже много получилось, и нашим примером пользуются теперь другие. Так. Настолько богаты были результаты, что, например, например, Болгария тоже смотрит за нашим примером, как можно исправить, да, реформировать болгарскую систему. А скажіть, будь ласка, система оцінювання знань дитини, оцінки, наскільки це важливо? А, да. Это важливо, но это тоже контроверсійна тема. Почему? Потому что оценки это зависит, как кто принимает, в каком возрасте. И в початковій школі ставлять оцінки? Ставлять. Но в школі, в дитячих садах, я не думаю, що там є оцінки, тому що невозможно, щоб не перейти з дитячого сада просто в начальну школу. Так як і все внешние экзамены, которые проводятся, например, у конца начальной школы и у конца гимназии, прежде всего у конца начальной школы, они не влияют на то, сможет ли кто-то попасть в гимназии или нет. Это просто является оценкой качества обучения в данной школе. Оценки есть. Когда я была в школе, это еще были только 4 оценки. Они давались ученикам, учителям строго. Да. Самая плохая это была двойка, потом тройка, потом четверка и пятерка самая лучшая. А теперь есть шестистепенная скала. Шкала оценок. И начинаем. Самая плохая – это единица. А наикраще? Наикраще – шестерка. Так. Да, в школах. В школах, там в вузах по-другому, там с двойки по пятерку, как прежде. Так, прошу. Ну, я просто сказала, что это почему контроверсийно, потому что в некоторых педагогических подходах такие оценки
являются для некоторых детей очень трудной темой, психологической темой. И даже если какой-то ученик не справляется в школе, есть примеры, что это потом некоторые из этих плохих учеников являются людьми успеха. Поэтому всегда должны иметь в виду, что оценки – это оценки больше всего возможности обучиться теории. А практика в жизни, ну, не то, что я бы хотела сказать, что не важно, как кто учится, нет. Но индивидуальный подход – это самое важное в этом вопросе. Потому что оценки – это порой это самый объективный инструмент, но порой является порочным инструментом, да. И особенно это поэтому нету оценок в детских садах, потому что дети получают определенные узоры поведения от своих родителей. Порой это для них очень сложно найти себя как будто во внешнем мире. И эти оценки в самом начальном этапе не являются необходимостью. Якщо говорити про старшу школу і вже вищу школу, університети, вищі навчальні заклади, які професії, які факультети є найбільш престижними, затребуваними для майбутніх студентів? Куди хочуть вступати польські абітурієнти? Так, угу. Да, це являється трудное дело выбора для студентов. Самые престижные – это всегда был престижной профессией врач. Теперь упор делается на научные профессии, что касается маркетинга, бизнеса. Это те профессии, которые кажутся, что принесут больше денег, чем все остальное. И, например, так как больше, чем 20% родители видят своих детей желательно врачом, так уже меньше, чем 10% видит охотно своих детей учителем. На жаль. На жаль, да. Это совсем на жаль, да. Это жалко, потому что как раз и учителя являются первым как будто контактом детей с внешним миром, и это от их заангажирования зависит то, как хорошо обучатся ученики, какое получат образование и какие у них будут шансы в жизни. И обучение и роль учителя – это не только обучение по этим оценкам, нет, это воспитание, передача правильных, конструктивных узоров поведения в будущем обществе. Это самое главное. Это помочь родителям, как воспитать учеников, как воспитать детей, как воспитать молодежь. И чтобы это сделать хорошо, учителям надо, чтобы эту роль выполнить, учителям надо много времени и много хорошего, доброго желания. И
хорошим учителем может быть только человек, который чувствует миссию. И чтобы это было возможно, надо дать, общество должно дать уважение этим людям, чтобы облегчить себе потом функціонування як цілісність. Так, не так багато професій, які пов'язані, як ви правильно сказали, з місією. Це лікар, це вчитель, це священник. І дійсно, я так розумію, для Польщі ця проблема, як і для України, є досить актуальною – підвищити рівень вчителя, професії вчителя. Так, да. Звісно. Ми уже многое достигли в этом плане. Я, может, напомню про систему, которая существовала до 89 года. Это были просто учителя. Там не было разделения на определенные степени подготовки этих учителей. Теперь есть 4 степени. И зависимо от этой степени, человек больше или меньше зарабатывает. Самая низкая – это год. Надо проработать учителем-стажером. Это самая низкая зарплата. Потом есть учитель контрактовый. Потом есть третья степень и уже… Самое уже важное, наивысшее – это дипломированный учитель. И, конечно, зарплата этих учителей самая высокая и определяется. Это связано просто с временем, которое они проработали учителем, как учитель в школах. И тоже связано с результатами проведенного ими экзамена. Дякую. Наша програма добігає кінця, і наостанок мені хочеться запитати, пані Емілію, що ви порадите українцям? Ми зараз стоїмо також на порозі реформи освіти і хочемо бути відкритими теж до світу, до Європи. Як ви сказали, Польща пройшла цей процес відкритості. Что бы вы порадили нашим освітянам? Самая главная тема – это, мне кажется, борьба с коррупцией в системе образования. Просто если системной частью образования является коррупция, то уже невозможно определить хороший стандарт или это очень осложняет стремиться к стандартам, которые нужны независимой Украине в сегодняшнем мире. Во-первых, что это не только стандарт по результатам экзамена. Это плохой пример для будущих людей, которые этот узор поведения коррумпированного будут переносить дальше и в вузах, и после вузов они будут этим видом решения вещей пользоваться, потому что они к этому привыкли. Во-первых, надо стремиться к объективным экзаменам, к объективным способам обучения, независимо от каких-то материальных поддержек, которые ожидаемы, может быть, некоторыми плохими учителями. С этим надо бороться. Потому что это тоже это будущее не только системы обучения. Это будущее каждой страны. Коррупция тормозит социальное развитие. И поэтому является очень плохой частью
каждой системы, не только освітной, а и является это очень плохо, если коррупция существует в медицине, в больницах. Это и есть тормоз для европейской перспективы Украины. Дуже дякую. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні в програмі «Наша освіта» була радник із питань науково-освітньої співпраці посольства Республіки Польща у Києві Емілія Ясюк. Дякуємо за увагу. До побачення. Дуже дякую. Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».